Что такое латвийский вот балет, да, это вот Сергей Нейшин. Ах, я сейчас жахну, полечу, прыгну, крутану сейчас, да. Первая наша встреча, я говорю, меня любить не надо. Насколько это легко, насколько это сложно. Нужно одно место сморщить очень сильно, зубы сжать, иногда губы кусать до крови и добиваться всего. Такой запал энергетический, где брать вот это вдохновение, где питаться этим искусством. Я питаюсь, как все нормальные люди. У меня там есть какой-то немножко завтрак, да, может. Это стресс, это серьезный стресс для организма, для человека. Но мы без этого стресса уже жить не можем. То есть как вот как артисту себя проявить? Ты есть, но ты как все. Хочешь как все? Серенько, ровненько, пожалуйста. Ты каждый спектакль должен доказывать. Ты можешь или ты уже не можешь? Или ты можешь, но не так, как ты мог? Не, мне просто очень приятно слышать вот... Вгоняли, чтобы это потом лет на 20 растянулось у тебя. А свой почерк? Делает все хорошо. Ну да, миленько все. Да. Ну а если выдавливать, и в результате вдавил так, что потом уже не вытащить? Каждому артисту есть, каждому человеку свой подход должен быть. Вот чем ты зажигаешься? Я смотрю на молодых. В других балетных труппах достаточно большая ротация. А у нас прям такая семья. Но я хочу жить сейчас так. Я для себя сейчас решил так жить. Я понимаю, что я теряю много. Я понимаю, это прекрасно. Я надеюсь, он покинет нас. Балетоманы, да? Только на каких-то определенных артистов. Не на спектакль, а на артистов ходили. Вот что было очень важно. Я балетоман. Я не воспринимаю мнение людей, которые говорят, это такая сложная профессия. Ну, хорошо, назовите мне легкую профессию. Где нет предательства, где нет слез, где нет травм, где нет счастья, горя. Все чувства человека, которые соблазны какие-то, да. Это в любой профессии есть. В любой. Если нет волнения, значит, не надо выходить на сцену. Это была жизнь в жизни. Он жил нами. А теперь так получается, что все не то и все не так. И все эти новые ощущения, влажные ладони, бегающие глаза, тело не твое, ты не понимаешь, что происходит, пока вот не начинаешь, не входишь, постепенно. Ну все как в балете.